Котики, обормотики. Привет, друзья! Ну вот мы опять приехали в Верхнюю Баканку. Станция Тоннельная. Сегодня опять уезжаю в Питер. Везу очередной свой приплод кошачий абиссинских своих котиков в Питер. Так что Дима остается один на хозяйстве. Не знаю, как будет справляться со съемками и с домашним хозяйством, учитывая, что у нас же огород во весь рост. Может быть, не каждый день будете его видеть. Ну, а что ты оделась по-летнему? Ты же едешь в северный город. А я с собой взяла кофты, плащ. Ну и все, думаю, не замерзну. Там планируется где-то днем от 10 до 18 тепла. Ну, ночью 5 и меньше. И почти каждый день дождь. Так что у меня плащ с капюшоном. Ладно, тем радостнее будет возвращаться в лето, в жару. Да. Пока. Будьте здоровы. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите, ставьте лайки. Кстати, по просьбе некоего Ивана Ивановича завели мы эту... Дали карту, да, сбербанковскую, карту, да, для добровольных пожертвований. Двое человек перечислили. Большое им спасибо. А Иван Иванович нет. Что такое? Исправляйтесь, Иван Иванович. Будьте здоровы, счастливы. Пока-пока. Уши, как у рыси почти. Да. Кисточек только нету. Нет, почему? Вот, смотри. Ага. Шерсть намного.